Один из интересных элементов, который используется во многих направлениях, мы условно называем хвост рыбы. В чем он заключается? Это постоянное движение туда-обратно. Если прямой хват с длинным клинком, вот. Если мы обратный хват, то же самое. Что оно дает? Оно дает, во-первых, разгон и финт, чтобы человек не понимал, с какой стороны пойдет атака. То есть я разгоняю, вышел на удар. Либо разгон и выход на угол. То же самое обратно хвата. Разгон. Как это будет выглядеть в пальце? То есть мы стоим и вот я уже выхожу. Обратным хватом тоже. Это же может быть в палке. То есть короткой палкой мы разгоняем и наносим удар. Либо выходим на угол. Если мы используем короткий клинок, то здесь мы получаем еще и возможность зацепа. То есть разогнали, зацепили, зацеп. И обратный хват. Разгон. В пустых руках это может быть также движение на закрытии, как только пойдет атака. Любой вариант контратаки. Либо работа двумя руками. Это же можно делать как небольшой замах для более сильного удара. То есть мы встали. Замах, удар. Замах, укол. Одним быстрым динамическим движением.